Фу, это вообще капец полный. У меня просто села батарея. Ну, в принципе, ничего интересного не происходило. Я уже помыла посуду, все сделала. В общем, я уже устала. И мои коржи сделались. Ну, конечно, естественно, все не так все по красавчику, как, в принципе, должно быть, как у всех людей нормальных. У меня получился вот такой корж. Немного он подгорел. Просто я в одну печку всунула две сковородки. И одна из них, короче, быстрее приготовила, чем предыдущая. Вот. Немного подгорел, ну, для аромата будет. Нормально. Пойдет. Вот. Сейчас я достану вторую. Дай бог, надо спичкой проверить. Спичкой надо будет проверять коржи. Если нормально засовывается, высовывается, ничего не зацепляется, значит, он готов. Боже, как тут жарко. Блин, а он какой-то... Короче, в итоге я даже не пополам это все сделала. А ну. Оп-оп-оп. Смотрите, как все по-красавчику. Тыщ-тыщ. Как все по-красивому высовывается и высовывается. Только, блин, реально этого меньше, этого больше. Ну, ладно. Пойдет. До первого раза пойдет. Я буду просто знать, что оно, блин, поднимается и увеличивается, короче. Ой, это надо микроволновку, хотела сказать, печку надо закрыть. Тут такая жара. Итак. Теперь нам... Фу, как он горячий, капец. Теперь нам надо делать крем. Нужно 2 сметаны и 0,7 стакана... Подождите. Да, 2 сметаны и 0,7 стакана сахара. Чтобы помазать эту хрень. Ну, мне что-то кажется. Мне надо пантулики. Пантулики, что я буду зря заставлять, да? Блин, а где мне взять... какую-то красивейшую тарелку праздничную. О, я возьму отсюда. Там мне даже никто и не звонит, никому она не нужна. Эту хрень. Она же еще горячая, как... О, так она даже вообще ничего не прилипла. Боже, я не верю, что это у меня такое вообще происходит. Ничего тупо не прилипло. Масло подсолнечное делает чудеса. Блин, я не знаю. Короче, сначала я буду делать этот конченый крем. 2 стакана. У меня осталось пантулики вообще. Пантулики. Осталось у меня пантулики. Ай, оно на меня потекло. Фу. Блин, фу, как будто я того... Давай, блин. Я, наверное, короче, сделала на 1. Нахрена мне 2? Тут пантульки его помазать, что тут? Надо, короче, 2. По-любасу на 2. 2 стакана сметаны, 0,7 сахара. И постепенно добавляем сахар. Как будет 0,7? 0,7 это типа меньшие стаканы имела в виду? Или 0,7 это типа литров? Да не, блин, литров по-любому нет. Уже, блядь, жопа слипнется точно. Короче, 0,7 стакана. А стакан это 0,5 это половина, 1. Значит, 0,7, короче, это половина с четвертью. Это будет 0,75. Короче, похер. Ну, Ася, ты опять пришла ныть сюда? Здесь серьезные дела вообще-то делаются. А ты постоянно плачешь и плачешь. Как вообще больная на голову. Ася, ну ты что? Фу, она мокрая, промокла ногу мне. Вот это сметана. Смотри, Ася, можешь вылезать. На ноге моей, на ноге. Смотри, Ася. Ася, Ася. Лучше бы ты такая была разговорчивая на видео своем. Ты свое видео провтыкала, а мое, пожалуйста, не порть. Поняла меня? Все, Ася сказала, да.
Мое слово закон, ты же знаешь сейчас все. Ты сейчас зависишь полностью от меня. Кормление мое, проживание, что сейчас я тебе пока ничего не выгнала отсюда. Так что не надо вот это ля-ля-тополя свои, поняла меня? Ася, не надо. Не надо тут никому ничего рассказывать. Блин, опять телефон звонит, заебанешь. Я же занята, я же готовлю. Почему я должна отвлекаться по всякой фигне постоянно? Ася, морозимся, морозимся. Короче, вот эту сметану я высыпаю. Вода. Водичка, ты вошла из нее. Тырищ, 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 тырищ. Ти-да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 -
Опять мыть посуду. Блин, уже ночью, я все мою, 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 мою. Готовлю, готовлю. Сколько можно? Как тяжело быть девушкой. Боже мой. Блин, два стакана. Это же еще надо открывать пачку. Фу, блин. Когда же я уже наконец-таки не буду склерозной? Где ножницы в этом доме? Вот они ножницы. Ножницы сильный предмет. Ася, отстань от меня, ты надоела, мне уже голова не болит. Ася, ты уже не будешь есть. Девочки не едят такое время позднее. Уже почти 9 часов. Или 9 уже. Сколько времени? Блять. Та-т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 а
я вообще делаю? Ты вообще в шоке, Аша. А я вообще в шоке, что я вообще такое делаю. Что мне мозгов вообще хватило делать такое. Хотя интернет делает чудеса. Кто-то покажет нормальный мастер-класс, но кто там так может. Итого я помогаю, показываю, как могу. Но я же делаю, между прочим. Делаю. И почти у меня получается, если бы кое-кто не ныл мне под руку. Сейчас гладит меня, небось. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя. Кошкина, матрешкина, дочкина. Матрешкина, кошкина, дочкина. Короче, сахар 0,7. Блин, я высыпаю сама. Вот так вот, смотрите, как это делается. Мне кажется, уже половина. Еще чуть-чуть. О, все, сам еду. Вот так вот надо, вот так вот. Надо представлять, короче, стакан, закрывать глаза и сыпать. И тогда будет точно. Самое то, как надо. Я дебил! Короче, так вот не делайте. Боже мой! Было надо было не так делать. Хотя, хрен его знает. Надо было сначала сметану 2 стакана и по чуть-чуть сахара и размешивать. А по чуть-чуть это по столовой ложечке его надо было кидать. А я сразу его ебанула. Ой, божечки. Хоть бы оно что получилось. Пожалуйста. Мне больше сметаны нет. А если только не сожрет. А мне точно стошнит от этой хрени. Что я вообще нервничаю? Первый раз это должен быть вкусно. Некрасивый, но вкусно. О, нормалек размешалось, никакими комочками его не взялось. Все по красавчику, как и должно быть. Все по-профессорски, как я это делаю. Берите, что, берите пример с меня. Я вас научу. Я вам все покажу. И расскажу. Так, итого, у нас получилась такая хрень. Белая-белая-прибелая.
Знаете, что мы делаем? Это, наверное, будет самый мой любимый момент. Или это тот именно момент, который я по-любому смогу сделать. Хотя, тьфу-тьфу-тьфу, блин. О, смотрите, как по красавчику он достается. У-ту-ту-ту-ту. И ничего не прилипло. Ничего не прилипло. Ну, запах коржа. Никакой вообще. Хреновое. Тесто, блин. Короче, теперь делаем по красавчику. У-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ломаем. Раз половинку поломали. Вторую половинку поломали. Ну, как можем, короче, ломаем, ломаем. Частичками. Частичками. Вот так вот. Все ломается. Фон липкое такое. Пипец. Ломается, ломается. Блин, ну уже тошнит. Ну вот. А дальше что делать, я забыла. Эту хрень тоже надо намыть, на мойку. Режем фрукты. Вы понимаете, мы режем фрукты. А вот эту хрень надо достать. Как ее достать? Хз. Блин, как ее достать вообще нахрен? Как достать горячий корж? Как сказать горячему коржу, что ему пора выйти из ложи? Блин, как его достать? Мама, мама, горячий. Ой, я возьму, короче, салфеточку его. Подержу все дела, короче, лала. Ай-яй-яй-яй-яй, сики-ля-ля. Вышла Аня за коца. Так, все. Вроде бы нормалек. Тоже все по красавчику. Ничего не поприлипало, но это хрень вообще. Это не страшно. Интересно, коврос какой в фокусе была. Короче, вот такая херня. Я достала херню такую. Вот такую, видите. Немного, правда, меньше, чем само блюдце. А теперь мы делаем, мы режем фрукты. Сейчас Аня порежет. Чтобы у Ани все по красавчику вышло. На самом деле я вообще резать не умею. Ну, вернее, я могу резать, но это все идет неровными кусочками. И по красавчику там. Ничего не чётенько у меня. Ну, как могу, так и режу. Как могу. Асечка, все, хватит, хватит. Мама туда придет, завтра тебя покормят. А сегодня тебе столько не будет. Ну, вот так вот. Ася там что упала, может понять. Вот так вот. Тут у меня груши. Ну, как могла, так и порезала. А тут у меня яблоки. Теперь сейчас это будем все дело выкладывать. По красавчику, чтобы все было сексуально, красиво. Чтобы все было муа. Чтобы все было муа. Муа. Перси просто. Ой, как она тяжелая, Марина. Чё, как она тяжелая. А если смотри, тут нож. Если упадет, то тебе сразу в глаз. Ты будешь позорная кошка, тебя будут смеяться. Короче. Ой, божешки, я уже не могу. Я уже устала, если честно. Я уже хочу спать. Сейчас засну. Боже, когда этот ужас уже закончится. Смазываем вот эту хренью белую. Типа крем. Кто вообще сказал, что это крем? Как бы похоже на... Я промолчу, на что она похожа вообще. А когда на видео, блин, я смотрела вот в ютубе примеры. Боже, у меня аж слюнки текли. Я представляю, если вот это люди смотрят, как вот это я делаю, и, наверное, аж выворачивают. Потому что это все ужасно у меня происходит. Ужасно и противно. Еще как я вот это комментирую, это вообще, я вот это как смотрю, как я вот это говорю, боже, такой бледница. Вот это, а вы не молчать на камере называется, понимаешь? Короче, вроде бы я как смазала, но еще как потечет. Побольше, побольше, то есть только, блин, сметана здесь влопнула. Блин, вот эти экономистка, господи. Меня тут все поубит. Хотя, может, в жизни это и хорошо. Ну вот,
Блин, не знаю, вы видите, не видите. Но я вам потом все поближе, все по красавчику покажу, сниму, сейчас сфотографирую. Вот. Похоже что-то на йогурт, но такое ужасно сладкое. О, смотрите. Не знаю, вам видно, не видно. Может, как это вам показать? Ну, вот. Теперь на эту хрень мы выкладываем фрукты. Ну, Ася, подожди, ты что, тут одна вообще живешь? Ты видишь, блин, сейчас это маме делаем, блин. Блин, оно что-то... Вот это фрукты ложу на эту хрень, оно течет. Может подождать, пока мясо наше стекло, что ли? Черт, я не могу, мне жарко. Мне кажется, что опять не то сделала. Может, этот корж вообще надо было порезать? Мне кажется, вот этот корж вообще надо было порезать напополам. И туда крем зафигачить. Потом это все сложить, а потом опять помазать сверху. И потом немного подождать, чтобы оно стекло. Потому что оно стекает, если фрукты налаживать туда. А потом фрукты. А после фруктов вот эту хрень. Короче, блин. Короче, все, я не могу, у меня уже нервы. Жарко здесь и вообще все, я хочу спать. Отстой, все, отстой. Зато сделано с любовью. Ася, что ты делаешь? Иди сюда. Блин, как-то оно все ужасно. Как-то все не то, и не то. И не это, и не то. Люби меня по-французски. Французская музыка. Блин, оно так все стекает, вообще в шоке. Я в шоке. Я в шоке. Я уже хочу завершение, я хочу его попробовать, если честно. Пускай оно впитается все. Все по-красивому сделается. Блин, упала хрень, упала хрень, непонятная фигня, тут дома происходит, непонятная фигня, Аня тут вот творит, Аня творит всякую фигню, непонятную, а вся грустная кошка пришла просить немножко. Немножко жатвы. Немножко жатвы пришла просить, просить наша кошка. А что, вроде так сексуально, что ли? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Теперь, короче, берем вот эти хрени. Как они называются, забыла. Какая мерзкая херь. Берем вот эти коржи, которые я поломала. И вот так вот их ебашим. Фу, боже, я в сладком. Мои пальцы купаются в сладком. Так противно. У меня сразу фантазия, будто это сладкое выливается мне на голову вместо шампуня. Фу, как это противно. О чем я думаю постоянно? Сейчас постоянно мне какая-то хрень происходит в голове. Я думаю не о том, о чем все думают. О чем я думаю. Никто не поймет. Как-то оно не очень осторожно, я тут это делаю. Блин, мне кажется, если честно, они вообще не съедобно смотрятся. Ладно. А что делать? Больше это делать не буду, если все будет ужасно, не понравится. Не, ну вы бы попробовали, по-моему, рецепт забебенить. Только по-моему, а не по тому чуваку. Вот и конечный результат. Анюта Сметанчик. С вами была Анюта Сметанчик. До новых встреч!